Здравствуйте, мы начинаем наш стрим. Меня зовут Вадим Родионов, режиссер Михаил Николкин. И сегодня в течение ближайших часов мы вместе с экспертами, надеюсь, и вместе с вами, будем обсуждать актуальные темы. Юбилей Путина, Байден заявил о ядерном ударе. Возможно, не пугайтесь. И чего боится Илон Маск, это еще одна тема, которую мы сегодня обсудим. Также, конечно, поговорим о Нобелевской премии мира. Пишите, звоните, комментируйте, участвуйте, будьте активны, ставьте лайки. Лайки — это важно, лайки помогают, лайки разгоняют алгоритмы YouTube. Соответственно, если еще не поставили, поставьте. Это не сложно, но таким образом вы поможете этому видео захватить больше людей, больше аудиторию. Пишут наши зрители, да, о том, что, ну, всех приветствуют, во-первых, тут уже мне диагнозы ставят, вот, например, Вадим кашляет, как при легочной недостаточности. Обожаю я такие комментарии, 100 раз я уже объяснял, с чем связан мой кашель, но, тем не менее, всегда появится человек, который поставит диагноз. Нет, это не связано с легочной недостаточностью, это связано с рефлюксом. Периодически он у меня обостряется, и таким образом у меня возникает кашель. Но это для того, чтобы все-таки прояснить ситуацию. Кашлять я иногда буду, к сожалению, не могу это контролировать, и в эфире иногда приходится, в общем-то, тоже звучать и таким образом. Но спасибо за беспокойство, кстати. Пишите, комментируйте темы, которые мы обсуждаем, я проговорил. Надеюсь, что в ближайшие минуты к нам присоединится Ксения Ларина, журналист, радиоведущая, ведущая своего YouTube-канала, и мы с ней обсудим актуальные темы. Ну и, конечно, также подписывайтесь на наш телеграм-канал. Телеграм-канал «И грянул Грэм» появится скоро в наших сообщениях. Ну, то есть появится в чате. Попрошу режиссера это сделать. Также вы можете подписаться на нас. Ссылка есть в описании к этому видео, поэтому, если еще не подписались, подпишитесь. Ну, а мы ждем Ксению Ларину. Надеюсь, что в ближайшие секунды она к нам присоединится. И вы также сможете задать вопросы и поучаствовать в нашем сегодняшнем разговоре. Да, вот тут еще пишут и обязательно спросят, а почему Грэм? Ну, я готов рассказывать, почему Грэм. В общем, мы это делаем регулярно. Приходят новые зрители, может быть, они не слышали. Я готов это тоже объяснять всегда. Если такой вопрос будет, я его озвучу. Вадим, кашляйте, не сдерживайтесь. Я вас понимаю, тоже страдаю рефлюксом, написала Фаина. Спасибо вам. Так, еще пишут, в Беларуси новый Нобелевский лауреат, как Лукашенко себя чувствует, пишет Йосин. Лукашенко подарил Владимиру Путину трактор на юбилей, точнее, сертификат на трактор в Беларуси подарил Владимиру Путину Александр Лукашенко. Кстати, сегодня Путину 70 лет, это тоже обсуждается, в том числе на политологическом уровне, а какой подарок преподнесут Путину, а будет ли какой-то подарок, а может быть Путин сам преподнесет всем подарок, например. Ну ладно, не буду здесь продолжать мысль, я думаю, что вы можете догадаться, о чем идет речь. Тем временем, да, пишут наши зрители, что Грэм — это число, да, число Грэм — это правда, мы от него отталкивались, когда придумали название канала, и Рэй Брэдбери, и грянул гром, в общем, это обыгрывается история, там речь идет о том, что в книге Брэдбери «Раздавив бабочку, можно изменить мир», что-то маленькое, нарушив какую-то маленькую концепцию, можно все вообще пустить совсем не так, как планировалось. А число Грэм — это одно из самых больших чисел в математике. Ну, в общем, совмещаете большое и маленькое, получаете название канала «И грянул Грэм». Все очень просто, но со смыслом, как мы, во всяком случае, надеялись, когда это название придумывали. Да, еще пишут наши зрители. Да, респект Ксении Лариной и Андрею Мальгину. Да, тут вот как раз тоже у нас сегодня Андрей Мальгин также выйдет в наш эфир, я надеюсь, в ближайшее время. Но вот Ксения уже как раз нам пишет, что скоро к нам присоединится, так что ждем и надеемся, что все будет хорошо со связью. Так, еще пишут, думаю, день рождения диктатора не заслуживает внимания, пишет Лев Рабинович. Нет, я не согласен, заслуживает внимания день рождения диктатора, потому что Путин вообще любит различные даты. Он вкладывает в них некий сакральный смысл, и отслеживать по датам, по каким-то некие события тоже важно, да, поэтому мы же не поздравляем Путина и не желаем ему там здоровья и благополучия, ничего не желаем, как журналисты стараемся в этом смысле быть по возможности отстраненными. Но юбилей Путина — это важный политологический момент. Ксения Ларина выходит с нами на прямую связь, журналист и ведущая своего YouTube-канала. Есть ли у нас связь? Спрашиваю режиссера. Да, вот сейчас как раз связь должна быть налажена. Да, есть, все в порядке. Ксения, здравствуйте. Да, добрый день, здравствуйте.
Ну вот пишут наши зрители, заслуживает ли внимания юбилей диктатора? Вот как вы считаете, следует ли на это обращать внимание все-таки журналистам? Я так скажу, что не заслуживает внимания юбилей диктатора, а это повод поговорить о том, как человек стал таким, каким он является на сегодняшний день. Вспомнить путь этого диктатора от 99 года до 2022, как он к этому пришел. Поэтому, безусловно, это лишний повод сказать миру о том, кто этот человек на самом деле. Ответить наконец-то на вопрос «Who is Mr. Putin?», который был так популярен в начале его первого срока, после того, как Борис Николаевич Ельцин назначил его своим преемником. Поэтому с этой точки зрения, да, безусловно, заслуживает разговора, серьезного разговора. Ну вот, Ксения, вы ведь наблюдали Путина как политика на протяжении всех этих 22 лет. Вот вы бы могли выделить какие-то этапы его трансформации, то есть с начала его правления до сегодняшнего дня? Вот как он менялся и менялся ли он, на самом деле, на протяжении этих десятилетий? Тут, конечно, много разных вариантов ответа и разных мнений. Я, слава богу, не видела никогда этого человека живьем, никогда с ним его как бы ауру, его очарование этой ауре не поддавалось, никаких просветлений не испытывала. Хотя знаю по рассказам многих моих коллег, журналистов, наших коллег, которые брали интервью у Путина, которые близко с ним находились, беседовали с ним долго, они попадали, конечно, под это обаяние, поскольку это, как мы сейчас понимаем, это его такой способ зеркалить собеседника, он может нравиться кому угодно. И вот в течение этих 20 лет он морочил голову не только журналистам российских СМИ, не только политикам российским, не только своим подчиненным, и не только своим коллегам по кабинету, по Георгиевскому залу, но и всему миру. И сейчас, конечно, эти жалкие попытки, то, что он сейчас демонстрирует, опять вот это свое зеркало ставить, все, уже никто в него не смотрится, все уже все поняли. Но, безусловно, вот этот вот момент, который многие принимали за его какое-то, за его убеждение, за его приверженность к демократическим принципам, что вот он не случайно был так отмечен Борисом Николаевичем Ельциным как человек, который поведет Россию дальше по пути демократических реформ, что он такой либерал. И вообще, я даже помню, какие-то были слова, связанные, что это вообще человек из Питера. А в Питере сплошь и рядом сплошная интеллигенция. Поэтому человек из Питера, он вообще не может быть ужасным. Вот. Ну, это, конечно, смешно. Скажу про себя. Может быть, потому что я никогда в жизни не была, не сидела с ним рядом, глаза в глаза не смотрела. Может быть, поэтому у меня никаких иллюзий не было. То есть я не попадала под его обаяние и не думала, и не предполагала. Вообще даже мысли такой не было, что он вообще какой-нибудь человек либеральных взглядов. Для меня это был с самого начала человек без лица, как такой вот профессиональный КГБшник, они такие. Как никто не может вспомнить лицо человека, который его вербовал. Вот можете спросить у кого угодно, кто через эти вербовки проходил, через какие-нибудь беседы профилактические. Вот человек может вспомнить даже вопросы, которые ему задавали, но вспомнить лицо он не может, потому что это такие вот люди, вот они такие стертые, их совсем, их как будто нет. Или это человек, который может на себя, как я уже говорила, надевать самые разные лица. Самые разные, которые вот сейчас подходят больше по стилю беседы, по выступлению, по их контексту и прочее, прочее. И они это умеют делать прекрасно. Причем на самом низовом уровне. Для этого не надо обязательно быть народным КГБшником Советского Союза, особо отмеченным каким-то человеком, с искрой Божьей или какой-нибудь сталинской или дзержинской во лбу. Нет. Это такой низовой уровень оперативников. Я не знаю, вспоминала я у тебя в эфире или нет про Машу Слоним, не рассказывала? Нет, которая брала интервью. Маша Слоним у нас вот много раз была в эфире. Вот. Тогда я вспомни эту историю, она очень показательна. Просто в качестве иллюстрации к тому, что я говорю. Она как раз брала интервью, еще будучи журналистом BBC, у Путина, когда он только-только еще вот вступал в должность президента. Или нет, даже нет, это еще в эпоху предвыборной кампании, еще в 99-м году. И вот она пришла с этим чемоданом, с маранцем, с микрофоном,
села. Вот она с ним разговаривала. И после, она сама рассказывала. И она вот, выхожу на улицу и звоню нашему другу, журналисту, ныне покойному Андрею Черкизову, это тоже один из брендов радиостанции «Эхо Москвы», наш эховский комментатор. И Маша рассказывает, звоню ему, говорю, Андрюша, он наш. Вот ты поверишь, он говорит то, что мы думаем. Он говорит те же слова, что мы говорим. Он абсолютно наш, это точно. И Черкизов с его свойственным таким скептицизмом и цинизмом старого антисоветского волка сказал ей, Маша, успокойся, это зеркало. Вот это зеркало, оно так вот доиграло все эти годы. Но действительно многих очаровывало. Поэтому давайте даже без личного отношения, Вадим, этот человек, посмотрите на этот путь. Этот человек пришел в политику, в большую политику, на трупах. После того, как он перестал носить чемодан за Собчаком и уехал из Петербурга и получил свою первую должность в Москве, вокруг него, а потом 99-й год, собственно, начало его политической карьеры как уже руководителя государства, это кругом одни трупы. Не буду сейчас говорить, он ли отдавал приказ взрывать дома, и вообще, кто их взорвал, никто до сих пор не знает. Но знаем, что было независимое расследование, участники которого, инициаторы которого были ликвидированы. После этого Литвиненко, Юшенков, Березовский. Сам, не сам, нет человека. Он был одним из инициаторов этого независимого расследования по взрыву там. ФСБ взрывает Россию, была такая знаменитая книжка, которую Сергей Юшенков раздавал в аэропорту людям, просто так, бесплатно, чтобы люди знали. Это первые трупы. Дальше Курск, трупы. Дальше, еще чеченская, вторая чеченская, трупы. И дальше по всем точкам, которые тоже уже всем известны, и Дубровка, и Беслан, и много еще чего, и дойдем уже до 2008 года Грузия, да, дойдем до сегодняшнего дня Украина, сколько погибло людей в Сирии, сколько погибло людей в самолетах, которых неизвестно, кто сбивал, и почему они погибали, эти самолеты. И тот малазийский Боинг, и самолет, который летел в Сирию, и неизвестно, что он там вез, где погиб хор этот ансамбль Александрова и Лиза Глинка. Что он там, расследования никакого нет, ничего мы не знаем, да вообще стараются об этом не вспоминать, как будто и не было ни этих людей, ни этого самолета. Так что человек, вокруг которого трупы, он в истории останется человеком, который пришел во власть на крови, на трупах, безусловно. Это, я думаю, что это самое очевидное, что вот можно проследить действительно, если даже не вдаваться в подробности и не говорить о том, ну не все так однозначно, мы многого не знаем. Мы знаем количество жизней российских граждан, которые брошены в топку не пойми за что. И кто за это отвечает, как не первое лицо? Первое лицо. Вот что мы видим. Значит, что для него человеческая жизнь ничего не значит, это мы поняли в 2000 году во время Курска. Это было понятно, когда он такого чувства даже сострадания не испытывал, кроме раздражения в отношении женщин, которые к нему со слезами бросались. Он не испытывал ничего. Собственно, потом вот это вот отсутствие эмпатии, которое сегодня является вообще общим местом в характеристике этого человека, это мне кажется, тоже очень многое объясняет в его личности. Вот. Но еще добавлю, что, мне кажется, это тоже важно. Мы сейчас буквально до нашего эфира говорили с Николаем Сламидзе на «Живом гвозде», что, как по его мнению, что человек, которого душат комплексы всю жизнь, до сих пор неизжитые, комплексы бедности, комплексы маленького роста, комплексы неудачника, что комплексы, что униженности, безусловно, они были всегда. И они вот так до сих пор и работают над ним. И они его превращают в такого вот злобного, мстительного человека. Какое у него положительное качество? Может быть, только хорошая память. Вот. Да, что, например, не знаю. Он часто ошибается, когда, например, цитирует кого-то или даты исторические. Он промахивается достаточно регулярно. Правда. Но я имею в виду хорошая память на чужие поступки. Он все помнит. Он ничего не забывает.
И вот эта вот месть, которая должна быть холодной, это, мне кажется, из его арсенала. Потому что он может человека раздавить, убрать, ликвидировать через много-много лет после нанесенной, как ему кажется, травмы от этого человека. Ну и, естественно, тоже еще мем такой абсолютный, это его градация на не только на своих и чужих, а на врагов и предателей. Врага можно уважать, а вот предателя прощать нельзя, предатель подлежит уничтожению. Но это все какие-то, тоже какие-то красивые слова, потому что я вот это все рассказываю, и на самом деле вот вижу другую сторону этой медали, что он, ему очень нравится образ мачо, это тоже комплекс, потому что видели все наверняка его фотографии юные детские годы. Это такой заморож, да? Бледная моль, вот как говорят про него. А сейчас подишь ты, а сейчас он тебе и топ-лес, и на лошадь, такой кентавр, рассекает волны, понимаешь? И то, что ему все эти годы, он был героем всяких сатирических шуток, сатирических шоу на всех телевизорах мира. Очень любили над ним подтрунивать, над ним посмеиваться. Но как? Они все равно его изображали неким каким-то вот неординарным чуваком. И шутки про его, вот это, вот, про его мачизм, да, и ну, многое. Короче говоря, я думаю, что он этому очень рад. Даже когда его изображают сейчас на обложках журналов человеком, у которого кровь там с клыков течет, или с руками по локоть в крови, где он там сидит в кресле, расставив ноги по своей привычке. Это тоже ему льстит, ему нравится, что вот он, этот мир сейчас вокруг него крутится. Он таким и хотел быть. Вот, собственно, мой экспромт, портрет Владимира Путина таким, как я его вижу сегодня. Ну вот здесь как раз спрашивают наши зрители, а зеркало разбилось сейчас? То есть вот если раньше Путин мог отзеркалить и обаять, то сегодня маски сброшены. Вот этот человек, который называют там стертым, он стал очевиден, хорошо считываем для многих людей. Вот как вы считаете? Да, зеркало, я думаю, что, может быть, оно не разбилось, а оно просто от своего очень долгого использования, чем покрывается обычно зеркало, когда проходят годы. Вот, собственно, и все, да. Я думаю, что так. И потом действительно повторю, что я думаю, что сейчас нет таких людей, которые могли бы в чем-то еще сомневаться. Тут понятно, по-моему, все понятно про человека, про сегодняшнего, каким он является. Другой вопрос, конечно, что он еще сейчас... У него ничего не идет, ничего не получается. Я думаю, что этот комплекс еще и больше его будет гложить. Потому что нет никаких побед. Мы же понимаем прекрасно по его привычке, что 7 октября – это священный день. То голову на блюде, голову врага преподнесут, как когда-то Анну Политковскую убили в этот день, то еще что-нибудь придумают. А здесь, конечно же, они хотели победы какой-то, безусловно. Они хотели, чтобы Путин отмечал свой юбилей 70-летний как некий победитель. Поэтому не случайно вот так спешно были подписаны вот эти все соглашения о вступлении в Российскую Федерацию, территории, которые, собственно, еще никто их и не отвоевал, которые уже обратно возвращают успешно Украину себе, освобождая от освободителей. И то, что этот стол был уже накрыт в Кремле, совершенно очевидно. И концерт вот этот, вот, на который он явился как аниматор, раз, два, три, управлял там залом. Это все было как приурочено. Я вот уверена, что это должны были быть две неодной цепи, которые вот должны были такой триумф официальный и завершающий должен был прозвучать сегодня, 7 октября. Ну, хренушки, ничего не получается, дорогой. Ничего не получилось, кроме смертей, кроме бардака безумного, кроме каких-то бесконечных выяснений интриг, которые сейчас, кстати, еще вышли на поверхность. То, что раньше мы читали только в каких-то анонимных телеграм-каналах, по поводу брожения в ближайшем окружении, то сейчас-то почитать твиттер Кадырова или какие-нибудь ответы Пригожина, и ты вот понимаешь, что там творится на самом деле, если это уже выливается наружу. Значит, там все совсем не так мило и прекрасно, как нам пытаются же выписать вот эти вот пропагандистские каналы, которые тоже, кстати, наверняка многие обратили внимание, в том числе наверняка и ваши гости, на то, что там потихонечку там легенды меняются. Они там уже какие-то претензии предъявляют власти, какие слова говорят, типа «сколько можно врать?», «врать больше нельзя», «вранье нас погубит». Ну, да. Так что здесь я вижу, что хорошее.
что агония продолжается. Я уверена, что это так. Ну, я тут не одна такая. Это говорят об этом многие эксперты, ни черта мне, профессиональные люди, которые занимаются политологией и военной аналитикой. Да, но это видит уже простой человек. Это видит, это скрыть невозможно, что все кончается. Другой вопрос, тоже мы про это говорили, Вадим, и у вас тоже, что какой ценой этот конец наступит, сколько он утащит за собой в этот мифический рай, о котором он так мечтает якобы, да? Сколько он утащит туда людей, и своих, и чужих, и своих граждан. Никто цифры не называет, но мы же видим уже там, я думаю, что 60 как минимум тысяч погибших, только легально, официально, то, что дает оценку Генштаб Украины, я склонна доверять. У нас-то вообще никто ничего не говорит. Мы ни одного раненого не видели по-настоящему. Только какие-то специально подобранные люди, которые сидят в выглаженных синих пижамах и хлопают каким-то концертом в каких-то больницах. А вот что по-настоящему, где все эти люди без рук, без ног, где они, куда их девают, тоже еще нам предстоит узнать. Но здесь еще такой, как мне кажется, интересный момент — это символизм. Потому что вот если проследить по деятелям культуры, которые поддерживали на определенных этапах Владимира Путина, кажется, из информационного пространства пропал Машков и другие. Их не видно. Зато появился Охлобыстин со своим фразой «Гайда». И вот если порассуждать на эту тему, это ведь тоже идет некое усиление. Да? Охлобыстин ассоциируется с юродивым, да? Который вот он... Это уже такое безумие, которое вот является неким символом. Вот как вы это видите, вот то, что происходит сейчас с детьми? Во-первых, Машков никуда не пропал. Он же на этом концерте тоже выступал. Ну, как-то не так замечен, как раньше. Пламя. Ну, ты попробуй посоревнуйся с Охлобыстиным. Это как бы зашквар уже совсем. Я думаю, что он как раз Охлобыстин в ряду, в другом ряду. В ряду как бы это последние такие вот воины света и тьмы. Это как Дюжев, тоже знаменитое этого видео, где он столько стоя, когда он говорил, а враг не поймет, сидя на своих местах, говорит он, враг не будет разбит. Да. Ну, короче, нет, это уже, конечно, совсем край, но я тут видела, не знаю, сколько это правда или нет, что в каком-то тоже в телеграм-канале, что якобы вот эта вот реакция толпы на крик «Гойда! Гойда!», то, что кричал Охлобыстин, рев толпы, он был подмонтирован под эфир, поскольку там-то никакого рева не было, никто и не кричал. Мне кажется, что вообще люди, поскольку люди-то все согнанные, вот эти вот бюджетники, студенты, ГБУ жилищник, наш главный ресурс на всех этих путинках в Москве, они не очень-то и внимают этим словам. Ну, переждать, потоптаться и бежать, да. Ну, если там какая-нибудь группешка какая-нибудь выступает, которая не нравится, может потолкаться. А так, я думаю, никаких слов они не воспринимают. Тем более и сам текст Охлобыстина, который он себе придумал, это не для этой аудитории. Ну, здесь, ну, кто это, что это поймет, что он там рассказывает, какую-то бесовщину гонит. Я бы, скорее, на другое обратила внимание, что повторяется во всех этих речах, что стало недавно, что про сатанизм-то. И он говорил в своей речи, Путин, если ты помнишь, про то, что сатанинские силы. И вот эти сатанинские силы, они бродят по всем речам. Они бродят по федеральному телевидению, они тоже кричат все про сатанистов, которые нас окружают, про людей с пёсьими головами. Они вот возникают в этих безумных фантазиях этой вот информационной поддержки со стороны звезд, кричащих про этот сатанизм. Певцов, мой любимый герой, тоже про это без конца говорит, про сатанистов, которые вот кругом нас сатанисты, и европейская цивилизация, это цивилизация сатаны. То есть это все удивительно, что все вот эти вот штампы, конструкции, пришедшие вообще даже не с прошлого, а из позапрошлого века, они до сих пор ими пользуются. Вот они пыль стряхнули с этих истлевших листочков, которые им остались по наследству от каких-нибудь компаний мобилизационных в разные войны, что в Крымскую войну, что в Русско-японскую войну, что потом в 20 веке во время Первой мировой войны. Это же все оттуда, все эти крики про сатанистов и про весь мир против нас. И этим пользуются. Играет ли это какую-то роль для возбуждения толпы? Мне хочется надеяться, что нет, потому что толпа, даже толпа, она хочет уже каких-то конкретных побед.
вот этими больше криками ее как бы не возбудишь. Тем более, что часть этой толпы, мы все шутили, что вот когда он, повторит ли он парад 41-го года сталинский, когда вот якобы части, которые принимали участие в этом параде 7 ноября, потом сразу шли прямиком на фронт, маршировать по вагонам и на фронт. На самом деле тоже это была такая как бы имитация. Мы знаем, что там в основном принимали участие сотрудники НКВД, ГПУ, КГБ вот на этих парадах. Но повторит ли он? Но он, по сути, его повторил, потому что вся часть этой толпы, которая не имеет никакого отношения к военной службе, которая вот на митинге была, она сегодня мобилизована, потому что, да, туда прилетает уже, вот в эту толпу летят пока еще не гробы, но уже ужас и кошмар, и страх смерти, он летает. И как бы они не придавали этому образу культу смерти. То есть еще одно, я тоже думаю, что многие обратили внимание на изменение риторики и в этих речах звезд этого Кремля, и самих кремлевских, и самого Путина. Это какое-то бесконечное накачивание на жертвенность, на смерть. «Умрите все за меня». Умереть за вождя, не за родину, это все понятно, что за него, за меня. Покажите, как вы меня любите, добавите, умрите все за меня. Этот культ смерти, он без конца возникает во всех разговорах пропагандистских, связанных с войной России в Украине. А я думаю, что тоже это ненадолго. Он не работает. Он работает, когда это тебя не касается. Ну, я говорю, банальности, но это так и есть, что когда страх смерти, он побеждает все другие страхи. Страх быть уволенным, страх быть разжалованным, страх оказаться без работы или еще какой-нибудь страх. Страх вообще, чтобы тебя кто-нибудь поругает, твой начальник. Эти все страхи исчезают перед страхом смерти. Это инстинкт уже. Поэтому, я думаю, здесь не справится. Этот бой неравный, он его проиграет все равно. А мобилизацию мы видим, что она провалена по всем приметам. И по числу, и по тому, как они косят этой косой всех подряд. И по количеству нелепых совершенно случаев, когда там призывают слепых, безногих и прочее. И потому как раздают там оружие и нигде их не регистрируют, то, что мы тоже видим. Целые толпы людей сейчас в приграничных территориях, которые еще не вошли в Украину, они еще на территории России. Толпы людей с оружием, не обученных ничему, вообще не понимающих, куда они идут и зачем они идут, и что они будут делать. Их не кормят, они оставляют их без лекарств, без еды, без воды, живут в каких-то жутких условиях, повалку спят. Это что такое? Это мобилизация? Это так поступает армия-победитель? Вторая армия мира, как они говорят? Недолго продержится. Картину он рисовал. Я сама сейчас говорю, и эта картина, конечно, такая впечатляющая. Никаких здесь нет лазеек. Ну, не за что зацепиться, чтобы сказать, а вдруг все-таки случится чудо, и они все встанут, и это наша сила русская, наше великое воинство обретет силу, и будет великая армия победитель. Не будет. Не будет. Нет чудес таких на свете. Спрашивают вас, видели ли вы истерику Корчевникова? Да. Мое любимое видео. Что думаете? Я сначала не поверила своим глазам. Зная Корчевникова, он как бы склонен к такой экзальтации. Вот он как бы такой недоигравший артист, который как бы не сыграл еще много чего. А вот готов. Готов был и в это, и этим быть, и этим. Он вообще абсолютно такой фальшивый персонаж. Я совершенно не могу смотреть, и не могла смотреть никогда его никакие интервью, которые он там берет, когда рассказывает о несчастьях людей, делает при этом такое трагическое лицо, и сам чуть не плачет. Хотя он такой плакса давно, он любит. Как Дюжев, опять же, у нас сегодня. Он, как бы точка отсчета, один Дюжев. Вот. Но здесь это, конечно, он дал гораздо сильного. Там люди пишут, что, может быть, он под какими-то веществами. Нет, мне кажется, что он как бы это такой... Они как-то любят себя, сами себя заводить. Еще очень смешно там все. И интерьеры, он же... Ну, напомню, что это видео, где он там комментирует, как бы там идут на экране боевые действия, солдаты, автоматы, взрывы, танки. Вот. С ним беседует какой-то бородатый человек в камуфляже. Это ведущий, Голованов, что-ли? Если не ошибаюсь. Это из Соловьевской гвардии. Страшный такой человек, брутальный такой человек, бородатый. Как будто только что вышел
из окопа. А Картевников сидит в каком-то красном углу, так у него, наверное, называется это место в комнате, весь обложенный иконами, иконами, иконками, и голосит, как баба, такая бабе такой вой со слезами на глазах. Но смысл-то бабьего воя, все это было бы смешно. Как он там же голосит, пытаясь... Опять же, про культ смерти, что кто вы такие, если вы не можете свою жизнь положить на счастье Родины, за свободу Родины? Кто вы такие? Как, чему вас типа в школе учили? Но это я как бы спокойно пересказываю своими словами эту нехитрую мысль, но он ее голосил и пел, и мучал, и плакал. Не знаю. Может быть, когда все это отключилось, он отряхнулся, встал, выпил рюмку водки и спросил, ну как? У своей какой-нибудь жены-красавицы, или кто там у него там есть из домашних, да? А может быть, на самом деле, может быть, ему стало плохо, его везли на скорую в лечебницу, не знаю, за дальнейшую его судьбу. Посмотрим следующий выход. Ну вот интересно, вы упоминали Дюжева. Я помню свое интервью с Дюжевым, которое очень активно цитировалось, где он, тоже вот так очень драматично, громко рассказывал, что его не пропустили в бизнес-класс без очереди. И он говорит, да я за вас жизнью рискую, да я в этом фильме с танка прыгал в болото для того, чтобы вы видели, как я, а вы не можете даже меня пустить. И вот это все разошлось, и вот то, что он где-то там снимался, прыгнул где-то с танка, он воспринимал, судя по всему, как некий под, что люди должны, в общем, кланяться ему в ноги и так далее. Я не знаю, искренне, не могу оценить его. Он такой, потенциал. Да. Я видел то интервью классическое, это классика Грэма абсолютная. Это на Грэме было уже, да? Нет, это на телевидении я еще работал, но разошлось. Ну помню, да, но это была вот классика, действительно. Он искренний, он такой. Я тебе клянусь, он такой, он так толстый говорит в своем кругу, он так общается с публикой, с друзьями. Он вообще смешной, конечно, очень. Но сейчас это, да, когда все сочетается, они, да, заигрались, и, безусловно, накладывают отпечаток еще и это. Все эти люди, артисты, я вот смотрю, я подписана на канал, который называется «Кино спецоперация». Это канал этих залупинцев. Они там собирают все высказывания, которые идет градация, там написано такой хэштег «За них или за нас?» Вот эти люди. А там в основном артисты. Вот я тебе клянусь, подавляющее большинство артистов, которые за них, они все обыгравшиеся спецназовцев и прочих солдат, и прочих генералов. Они все такие. И тот же обязательно, если он артист, обязательно покажет, где он там в военной форме. То есть, да, безусловно, это проникает, такое проникающее ранение головы абсолютно, когда человек настолько вживается в роль, там, не знаю, оперативника, спецназовца, кто там еще у них бывает? НКВДшников много. НКВДшников, потом вот этих вот десантников и солдат, и офицеров, и генералов. Да, он начинает потихонечку себя таким ощущать, солдатом, пехотинцем Путина, как тоже такой мем, по-моему, принадлежащий Кадырову, да? Вот тоже такой образ, да, действительно проникает в голову, это так, это так. Как, собственно, вот эта вот игра в православие, которые тоже люди, которые заигрываются в это, когда они начинают себя ощущать уже не прихожанином какой-то церкви или носителем какой-то, приверженцем какой-то религии, какой-то принадлежностью какой-то конфессии, а когда они себя ощущают пасущим народы, когда они себя ощущают пастырем. Не паствовать, а пастырем. Это тоже безумие. Безумие. И тогда вот возникает это ощущение абсолютной вседозволенности, безнаказанности, безответственности в своих словах, когда человек вообще не понимает, что он несет, что он успевает и к чему он призывает свою паству, свою публику. Это, опять же, вот к Певцову возвращаюсь, тоже безумие, то, что он говорит и к чему он зовет. Страшно. Ну, кстати, интересно, что это время, оно ведь расставляет все на свои места, и в том числе восприятие артистов, актеров, потому что Панин, казалось бы, вот воспринимался, эпатаж, все что угодно было. А сегодня вот он как раз выступает у Романа Качанова, да, в YouTube-канале, адекватные вещи говорит, и, в общем-то, Панин оказался на той стороне, на которой оказались, ну, многие здравомыслящие люди. Да. А люди, которые воспринимались, там, не знаю, там, Дмитрий Певцов, хороший актер, много классных фильмов. Я сам помню, вот «Бандитский Петербург», «Бортко», ну, это действительно очень классно снятая история.
И вот он там, где сейчас находится. Вот тоже получилось такое интересное, как время расставляет все на свои места в этом цеху. Ну, ты знаешь, или я упрощаю? Я так плаваю. Между ты и вы так плаваю, простите, пожалуйста. Простите, Вадим. Мне кажется, что здесь нет никаких законов, не работает никакой логики. Послушайте, ну, а если возьмем другой цех, цех классической музыки. Казалось бы, люди всю жизнь занимаются гуманистическим искусством. Потому что я считаю, что это вот, если даже театр или литература, или даже живопись, не говоря уже о кино, они могут служить разрушению, безусловно. Но вот великое искусство музыки, оно не может. Оно может служить только идеям гуманизма и человечества. И когда я вижу в этих рядах людей, которые, не стесняясь, и поддерживают, и призывают людей, типа там Юрия Башмета, или, страшно сказать, Валерия Гергиева, вот классический пример, или того же Ралдугина, который как музыкант мне менее известен, но все равно это человек, который занимается классической музыкой всю жизнь. Это необъяснимо, здесь нет ничего. Значит, это какие-то индивидуальные качества. Они никак не зависят от того, чем ты занимаешься, к сожалению. Никак. Ничему не учат. Я в этом смысле, наверное, наивный человек, хотя я тоже когда-то заканчивал театральный институт и знаю, из чего складывается профессия актерская, как здесь достигается, какими способами достигается достоверность и правда существования. Но все равно у меня всегда было это чувство, и остается до сих пор убежденности, что человек, который в своих спектаклях, в своей музыке, в своих книгах, в своих актерских работах призывает человека быть человеком, оставаться человеком, призывает, извините, каким-то, ну, к надежде, к добру и к свету, он не может сам служить дьяволу, не имеет права. Но не имеет права. Либо одно, либо другое. Но, к сожалению, мы сейчас наблюдаем именно вот в эту пору, ну, собственно, это давно случилось, достаточно давно. Ровно наоборот, что человек со сцены может читать прекрасные стихи, а потом брать в руки оружие и убивать. Ничему не учит это. Искусство, к сожалению, в этом смысле абсолютно бесполезная вещь. Никого не справляет. Помните, мне кажется, говорили, тоже Чулпан говорила в недавнем интервью, по-моему, кстати, кому-то из латвийских средств массовой информации по поводу того, что вот солдат, который в театр ходит, он, может быть, и меньше убьет людей. Может быть, он будет куда-то мимо стрелять, говорит она. Нет, это наивное представление. Но вот солдат, может быть, и на него никак не скажется посещение театра или прочитанная книга. Но вот человек, который пишет, играет, говорит, на нем ответственность куда более высокая. Это очень важный момент. Верить в то, что ты декларируешь. И соответствует этому. Самому, да? Ну, понимаете, да, о чем я говорю? Такие примеры тоже есть. Есть и сейчас. Это, там, не знаю, Сокуров Александр Николаевич, вот, пожалуйста. Поразительный пример мужества и какой-то последовательности в своих поступках и в том искусстве, которое, собственно, он создает, и в своих учениках, которые... Ни один из его учеников не оказался говном. Вот человечески, обратите внимание, люди, которых вот мы сегодня знаем, как ученики Сокурова, это абсолютно нравственно безупречные люди, которые тоже свой выбор сейчас сделали в этой ситуации. Что, может быть, если что-то и влияет на человека, то, может быть, скорее всего, в его воспитании. Родителей в семье или учителей, что тоже важно. Наверное, это, а не то, чем он занимается. Он про КГБшников тоже, вот мы тут спорили, на эту тему, что когда... Ну, он же КГБшник, у него мышление такое. Ну, вот это мы все рассказываем, эту мантру, что вот у него только обмануть, обобрать, спровоцировать конфликт, выскочить из него и прочее, прочее. Отзеркалить, что о чем уже говорили. Ну, вот он другой пример. Вот он прекрасный пример, Геннадий Гудков. Я человеку абсолютно доверяю, считаю его одним из главных сегодня лидеров оппозиции российской и очень репутационно честного человека. Тоже, казалось бы, человек пришел по убеждениям, что называется, служить в КГБ. Но, видите, разные же люди. Ничего с ним не произошло, не стал другим.
Или там, не знаю, Юрий Кабаладзе, тоже для меня человек из органов, что называется. Мне кажется, очень честный человек тоже. Ну, тут не говорить уже там про уехавших. Калугин, Олег Калугин, еще так кого-то можно назвать. Так что все относительно. Я думаю, что это все-таки человеческий фактор. Он главнее, чем профессия. Главнее. Я хотел спросить про Хазанова. Потому что вот Геннадий Хазанов, который... Я просто помню эти кадры. У меня было с ним одно интервью. У меня сформировалось свое очень субъективное впечатление об этом человеке. Не буду поддаваться своим эмоциям. Просто посмотреть на него со стороны. Вот он в какой-то момент, я помню это видео, дарил Путину корону. Вот реально пришел такой: Владимир Владимирович, пожалуйста, возьмите. Путин говорит: ну не надо, не надо. Он такой: нет, возьмите. Как раз на каком-нибудь юбилей, наверное. Уехал, вот где-то там в Латвии находится, не знаю. Вот Хазанов, это вот что он собой олицетворяет, на ваш взгляд, сегодня? Вот как вы считаете? Ну здесь он просто, мне кажется, здесь ничего... И нет, и вроде как да. Это искусство, как это называется, конформизма, компромисса. Ну вот скорее конформизма. Это такое вот искусство, да, да. Это человек, который горцует на цыпочках, не дотрагиваясь. Перелетает с дерева на дерево, не касаясь пола. Это особый талант, и мы знаем, такие таланты есть. Потому что вы вспомнили про эту корону или шапку Мономаха, что он там дарил, вытащил из коробки, я помню, огромную, всю расшитую золотом, бриллиантами, не знаю, за сколько он ее купил и где, на каком аукционе. Да, это был очень смешной момент. И при этом еще в этом видео, я помню прекрасно, это его заискивающее выражение лица. Он просто прям готов был целовать. Ему хотелось быть ниже, ниже, чем он есть на самом деле, чтобы на него Путин смотрел, чтобы он смотрел на Путина снизу вверх, а Путин на него сверху вниз. Но с другой стороны, я помню его совсем другим. И я помню свой был период, когда мы встречались с ним довольно часто в эфире и в театре, и в спектаклях, которые он играл, и очень точно он оценивал все, что происходит, все, что касается советского прошлого, как он был точен в своих оценках, и по поводу тех же компромиссов, как он говорил, и по поводу той же интеллигенции, которая вот продалась советская. Очень смешно рассказывал про эти закрытые концерты для политбюро, как он про это рассказывал с его присущим ему остроумием, убийственным совершенно. Все он прекрасно понимал. Ну вот когда сейчас, когда это произошло с ним, не знаю, наверное, когда речь шла уже о его работе, вот существовании в этом театре эстрады, который он под себя подгреб, Геннадий Викторович. Не знаю, не знаю. Но потом, да, я услышала, стала слышать другие речи, когда он стал уже, он, по-моему, как раз в отличие от Чулпана, он был доверенным лицом на каких-то выборах, да. Я его видела в избирательной кампании, выступающим активно за Путина. Можно ли ему доверять, насколько всего... Я, правда, сейчас от него ничего не слышала, кроме того, что он не в стране, где-то в ваших краях. Да, он сейчас тих, да, он не комментирует. Но мы не слышали с начала операции вообще никаких его слов, ни поддержки, ничего, он никак не комментировал. Я думаю, что он быстро понял, что надо делать ноги. Это точно. А там разберемся. Ну, собственно, как Ермолник тоже, мне кажется, мы с вами тоже вспоминали, он тоже где-то там бродит по Ермольскому побережью. Или бродил, во всяком случае. Тоже тишина, да? А друг его Гармаш, он сейчас бежит из Херсона. Гармаш осознал, на ваш взгляд, вот учитывая, что сначала он вроде как готов был Херсон там помогать восстанавливать и так далее, а сейчас кажется, что-то изменилось? Или просто кажется? Нет, ничего не изменилось. Я думаю, что его эвакуировали, как многих других, поскольку Херсон сейчас освобождают от освободителей, да, украинские войска, дай бог, чтобы они этот Херсон освободили, чтобы никаких там флагов русских не было. Позор просто. Но эвакуировала его, я думаю, советская власть, в смысле российская, вместе с родителями, говорят, он уехал оттуда. Он там уже корни приехал пускать и поднимать херсонское искусство драматическое, да, восстанавливать театр из руин, как он говорит. Так что я думаю, что нет, здесь тут все понятно. Он там пехотинец Путина. Я давно таким был, к моему глубокому разочарованию. Это случилось давно, как и многие другие. Так что да, там, безусловно, везде этот разлом идет. Мы это видим, это продолжается. Разлом в семьях, разлом в цехах, разлом в дружеских компаниях, разлом в школах,
учительских этих самых мамочкиных чатах, это все мы видим. Да, это такая идет сейчас, гражданская война в России, безусловно. Пока еще не горячего уровня, а такого скорее идеологического, но она есть. Непримиримая абсолютно. И если уже об этом говорить, я уверена, что переубедить сейчас невозможно этих людей. Их переубедит только смерть близкая или несчастье близких людей, которые повелись на эту пропаганду, которую вот они, собственно, и за нее отвечают. Вот кровь людей и смерть людей, которые уже погибли в этих боях, вот на этом фронте, и те, которые погибнут завтра и сейчас гибнут, это кровь на руках у этих охлобыстинных, Певцовых и прочих гармошей. Они этот народ убеждали, что они должны умереть за них. Вот пусть сами пойдут, умрут. Вот интересно, упоминая Гармаш, я понимаю, у каждого своя ассоциация с его ролью. Вот для меня Гармаш ассоциируется с Каменской. Там были Нагиев, Яковлева и Гармаш. Вот интересно, что Гармаш выбрал Херсон, Нагиев высказался, потерял работу, а про Елену Яковлеву не слышно ровным счетом ничего. И это вот некий такой срез настроений, как мне кажется, вот в и не только вообще в обществе, да, вот в российском обществе. Конечно. Ну, мы тут вспоминали же и фильм «Ликвидация», тут тоже там целая компания, которая просто разрушенная. Там сначала было даже ощущение, что там подавляющее большинство персонажей, они вот сейчас на стороне советской власти, российской власти. Как и ты сказал, что Гармаш выбрал Херсон, это неправильная посылка, я думаю, что будет правильнее сказать, он выбрал советский, оккупированный Херсон. Понимаешь, что это очень важная поправка. Это его родной город, да, и ничего плохого этот родной город ему не сделал, ни ему, ни его родным, насколько я знаю. Жили там прекрасно его родные все это время, когда Херсон был украинским городом, украинской территорией, и никто там ничего плохого ему не сделал, кроме хорошего, и его семьи. Сейчас же вот он бежит оттуда, потому что не получилось оккупировать. Вообще это тоже вот эти все, мы говорили еще про Пашмета, тоже, помимо того, что он классической музыкой занимается всю жизнь, с Богом разговаривает, как он сам признается, он еще и уроженец Львова, и почетный гражданин. Как это вот сочетается все? Вот это я не понимаю, когда твою родину бомбят, уничтожают, расстреливают твоих соотечественников, твоих людей, которых ты, может быть, даже знал на соседней улице. Да? Я не понимаю. Нет, никогда не смогу понять. Никогда. Нагиев. Нагиев, я не знаю, что он думает. Да, судя по всему, он как бы вот тоже не высовывается, пока черт не говорит. Мы тоже про это говорили, что молчание не всегда знак согласия, и если из людей никто не вымогает что-нибудь, как вот это вымогательство такое произошло с Евгением Мироновым, я считаю, что это вымогательство, не знаю, какой ценой, что они там, чем они его шантажировали. Это путь, который затягивает, это такая удавка, с которой ты уже не вырвешься. Стоит только один раз сказать «да», не вырвешься потом. Это касается и подписей под всякими письмами, это и касается вот таких вот показательных акций пропагандистских, участником которой был Евгений Миронов. Сейчас мы наблюдаем, что происходит с театром Вахтангова, какие трансформации такого же образа и подобия за этим фасадом, где вот Кирилл Крок, директор театра, прикрывается спектаклями Туминаса и якобы шантажирует, по сути, свою публику, что если вы хотите смотреть спектакли Туминаса, то терпите и Бастрыкина на нашей сцене, и бесконечное наше признание и желание победы нашим ребятам, которые, как всегда, как в 41-м, как наши деды и прадеды, вот эту всю чушь без конца он публикует у себя в своем Фейсбуке, Крок, и заставляет свою публику ставить за это лайки. Хотя я уверена, что большинство людей говорят ему, что вы пишете, вы с ума сошли, как вам не стыдно? Он говорит, хотите спектакль Туминаса, терпите. Вот так вот. А Туминас ставит, кстати, у вас там, я знаю, в театре у Алвиса, по-моему, Анну Каренину сейчас.
Думаю, ну и в завершение не о бане, а о Бале Борисовне, конечно, у нас остается буквально примерно 2-3 минуты до следующего включения. Алла Борисовна выпустила очередной пост. Их было мало, но они все бьют очень в точку. Вот про холопов, которые стали рабами, и которые критиковали ее, и которые забаскалят и так далее. Да-да-да, что-то... она практически получилась там почти стихами, это все такое обращение, короткое, емкое, понятное всем, кому это ответ. Но, к сожалению, я сегодня слышала, не знаю, Вадим, было ли это в ваших новостях, и насколько это соответствует действительности, что якобы ее внука... Никиту мобилизовали. Но потом опровергли, но действительно такая информация была. Что якобы прям пришли на репетицию спектакля, а он служит в театре. Это не подтвердилось. Это не подтвердилось. Но если это, даже если это не подтвердилось, эта утечка, я считаю, не случайная. Это такая вот продолжающаяся, такая вот «Алла, мы тебя видим». Это как вот эти вот проекции на телецентр Останкина, матерные, которые оскорбительного характера в адрес Аллы Пугачевой, которая вот опять новая появилась. Так, и, безусловно, вот эта утечка или фейковая новость, которую они пустили для того, чтобы Алла Борисовна тоже это прочитала. Это такие вот намеки. И я почти уверена, что они продолжат это делать, потому что, как мы с вами уже говорили, Алла Борисовна Пугачева, безусловно, авторитет номер один для народа, будем говорить так, абсолютно народная героиня, народная певица. И для ее мнения народу очень важно. Оно, мне кажется, имеет значение. Но она молодец. И слава богу, что она сейчас в безопасности, и дети в безопасности. Я думаю, что она много еще успеет нам сказать хорошего и важного. Спасибо вам, Ксения Ларина, журналист, автор и ведущий YouTube-канала. Заходите, находите, подписывайтесь. Ксения, спасибо вам. Спасибо. До встречи. Мы продолжаем, и сейчас свяжемся с Андреем Мальгин. Обещал выйти к нам в прямой эфир. Поговорим с ним о Владимире Путине, о его 70-летии, о его трансформациях и подарках, которые, подарков в кавычках, которые ему делают, и он может сделать, потому что, конечно, эта тема тоже относится к категории уже и политологической тоже. Пишите, комментируйте, участвуйте в нашем эфире, задавайте свои вопросы, в том числе в нашем чате. Не забывайте ставить лайки. Лайки нужны для того, чтобы алгоритмы YouTube нас активнее рекомендовали. Сейчас 561, давайте дойдем до 1000 и таким образом тоже поможем этим алгоритмам работать. Андрей Мальгин выходит с нами на прямую связь. Журналист Андрей Викторович, здравствуйте. Добрый. Вот мы с Ксенией Лариной только что закончили разговор, и мы начали его с того, что Владимиру Путину исполнилось 70, и как он трансформировался и трансформировался ли, на ваш взгляд, за эти 22 года у власти? Можно ли выделить какие-то особые этапы, особые точки на этом маршруте, как вы считаете? Ну, вы знаете, мне вспоминается интервью, которое дал Радио Свобода Кома Иванов, Вячеслав Силович Иванов, который покойный. И он сказал вот что. Путин вручал ему медаль какую-то, там, награждал деятелей культуры, там собралось довольно много деятелей культуры, и деятели культуры, это будет, наверное, в каком году посадили Ходорковского? Это было как раз сразу после этого, в 2003-м, наверное. Вот всех очаровал абсолютно, всем понравился, левым, правым, там, почвенникам, либералам. И Вячеславу Силовичу тоже понравился. И поэтому вот в момент, когда Путин цеплял вот эту медальку на его пиджак, Вячеслав Силович сказал ему: «Вы знаете, я хочу о Ходорковском вас попросить. Знаете, он решает очень большую проблему финансирования науки. Она, ну, недофинансируется государством, а он вот абсолютно закрывал все. Давайте подумаем, насколько правильно его создать». И в этот момент, рассказывает Кома Иванов, Путин снял с себя эту маску, которая всем понравилась. И он увидел, как он пишет, абсолютно злобного, в общем-то, даже не человека, а какое-то животное. Вот. И он сразу все понял вот в тот момент. Поэтому, когда мы говорим, как менялся Путин, менялся ли он, то я склонен предполагать, что все-таки Путин не менялся.
а как все-таки выходец из определенной структуры, где их учили этому, он постоянно менял маски. Вот сейчас мы его видим в последнее время, в последние годы, а особенно вот с февраля, без маски. Вот мы видим Путина таков, какой он есть, он всегда был. Вот мне так кажется. А почему, на ваш взгляд, он решил эту маску сбросить? Вот наступил какой-то момент, это последний акт его пьесы. Вот чем это можно объяснить? Вот сейчас он показал себя таким, каким он есть, возможно. Всему это миру. Обида. Уже не пытается это никого обаять. Это обида. Это обида на весь окружающий мир. Он хотел, понимаете, там сидеть за одним круглым столом, там, в G8 там, с президентом США и так далее. И вдруг какое-то время назад новый президент называет его убийцей еще до украинских вот этих, до украинской войны. Вот. И он приезжает на международные встречи, а там как-то от него шарахаются. Я говорю не только об вот этой последней, уж особенно характерной, но был, помните, саммит в Австралии, это было несколько лет назад, где с ним никто не хотел сесть за стол. И это было настолько явно ему показано, что он сел в самолет и улетел, не дожидаясь окончания этого мероприятия. И вот эта обида, она накапливалась. Но корни ее, наверное, вообще где-то в детстве, потому что его обижали. Его все биографы пишут о том, что... И вот его учительница в своих воспоминаниях пишет о том, что ему приходилось не очень хорошо часто. Вот. И вот к этому уже 70-летнему юбилею он уже пришел в состояние такой обиды на весь мир, что он уже готов его взорвать. Ну, предполагаю, что сам тут пойдет в рай, как он уже однажды объявил. Но все-таки нет причин подделываться под кого-то, подстраиваться, нравиться кому-то. Может быть, даже вот эта роль доктора зло ему даже по душе. Вот ему приносите стопки журнала, где на обложке он ужасен, ужасный. Вот. А он, наверное, с удовольствием их где-нибудь складывает, стопочкой перебирает по вечерам. Вот, меня боятся, я такой страшный злодей и так далее. Вот. Но он злодей и есть. Поэтому я и вот вспомнил Вячеслава Селыча, который тогда написал, мне сразу стало все ясно. Это было очень давно, это было 20 лет назад. Но в то же время, вот опять же, порассуждать на тему, ведь чем была сила Путина? В мифологизации, да, можно было создавать миф о великой армии, о непобедимости и так далее, играть где-то, провоцировать и так далее. Но как только человек выходит на поле, то все становится ясно. И вот рушится некий миф Владимира Путина как всесильного доктора зло. Сегодня его таким уже, как мне кажется, не воспринимают. Вот как вы считаете, это не может его как-то отрезвить? Потому что, ну, козырь остался один. Мы все знаем, какой козырь, да? Это ядерная бомба. Больше нет ничего, да? Маски сброшены. Армия показала себя так, как показала. И, в общем-то, тоже, наверное, не то, чего от нее даже Владимир Путин ожидал. Ну, во-первых, Путин с давних времен, еще когда его только-только взяли в администрацию, а я вообще хотел книжку даже писать об этом в первом периоде, и даже разговаривал, встречался с людьми, которые с ним там работали и были его начальниками. Вот он тогда понял ярко силу телевидения. Он понял силу телевидения именно тогда, когда решался вопрос, кто будет преемником Путина. Потому что, вообще-то говоря, Борис Николаевич хотел всегда, и он ему очень импонировал, чтобы его преемником был Немцов. И он об этом говорил, и даже есть документальные съемки, где он об этом говорит. Но группа товарищей, владеющая телевизионными каналами, решила, что после Ельцина, ослабевшего, как они считали, к власти должен прийти Лужков и Примаков. Один президент, другой премьер-министр. И эта группа товарищей
во главе с Владимиром Гусинским, начала громить правительство младореформаторов, так назовем, лично Немцова, Чубайса, что привело к его отставке. Но и вообще все правительство ушло, и вместо него пришли, сами знаете, какие люди. Вот. И он понял, что это телевидение – прекрасный рычаг, который может все сделать. Второй раз он убедился, когда телевидение из него с нулевым рейтингом чиновника сделало лидера нации. Когда очень удачные пресс-конференции, заранее подготовленные, там вообще не было никаких импровизаций, промочить в сортире, это из него не случайно вылетело, это все было продумано. Вот телевидение, он понял великую силу телевидения, ну и шире великую силу пропаганды. И вот мне кажется, что вот это секрет, как бы его главный, Кощеева игла. Поэтому у нас нет оппозиционных каналов никаких, ну, кроме тех, кто в Ютубе. Вот. У нас нет ни оппозиционной прессы никакой в стране, потому что это пропаганда. И он считает, что любое оппозиционное СМИ, особенно телевидение, это против него, это заговор, это враги, не стесняясь называют врагами. Вот. Поэтому там способны на все эти люди, которые сейчас работают на телевидении. И вот этот последний выход, о котором вот вы сказали, наверное, они не очень хотят. Но они прекрасно понимают, что без Владимира Владимировича Путина им конец. Вот. Поэтому идет борьба за жизнь не только этого человека, но борьба за жизнь, вот, за самосохранение этих людей. Многочисленных, этой огромной когорты пропагандистов, и вот этих, и все эти винтики, шестеренки. Вот это очень важно. Ну, получается, что хвост в какой-то степени виляет собакой? Конечно. Не Путин управляет телевидением, а телевидение Путина. Слушайте, у меня был один однокурсник, сын которого был одним из руководителей ВГДРК. Сейчас он там не работает. Вот они приехали к нам на дачу. У нас была такая семейная встреча. И он, значит, заинтересовался, ну, там, моей машиной, в которой... Это давно очень. Был телевизор. Сейчас этим никого не удивишь, но его это вот удивило. И он вдруг сказал мне глупость полнейшую. А он один, он был зам председателя. И он мне сказал, говорит... А мы добились того, что Владимира Владимировича Путина в машине показывает не Первый канал, а наш. Я говорю, дорогой, это телевизор. Вот я сейчас, давай я тебе включу, тут есть все каналы. И Владимир Владимирович в своей машине, я тебя уверяю, может посмотреть любой из них, в том числе и ваш. Но то, что у него в голове сложилась такая картина, говорило о том, что они все борются за то, что Владимир Владимирович Путин смотрел именно их новостные программы, именно их ток-шоу политические и так далее. И Путин, я уверен, очень много времени проводит перед телевизором. И да, хвост, который виляет собакой. Он дает направление пропаганды. Люди, которые отвечают за пропаганду, дают указания на телевидении. Телевидение соответствующим образом выстраивает всю свою идеологию, всю свою новостную повестку. Путин это смотрит и убеждается, что он был прав. Понимаете? Они управляют Путиным точно так же, как Путин с их помощью управляет населением. Я в этом уверен. А кто сегодня, на ваш взгляд, самый эффективный российский пропагандист? Ну, понятно, есть там вот целый список фамилий от Соловьева до Симонян. Вот кто кажется вам наиболее успешным в этом? Знаете, я не могу ответить на этот вопрос, потому что я это не смотрю. Когда-то Женя Альбац меня попросила для журнала своего New Times, делать обзор телевизионных вот этих вот именно политических шоу. Я месяц продержался, потом я просто взмолился и сказал, Женя, все, извини, я не могу, это просто, я просто заболею психически.
если я буду это смотреть от там, первой минуты до последней. Потому что это не какие-то там пятиминутки ненависти, это пятичасовки ненависти, это огромные раздувшиеся передачи. Даже маленькие фрагменты, которые иногда я вижу в Ютубе, просто вызывают оторопь. Поэтому я это знаю только по отзывам. Или вот по тем каким-то ярким моментам, которые часто на Ютубе, на том или ином канале цитируют. Или, ну, это, например, часто делает телеканал «Дождь», который какие-то кусочки из вот этих программ, там, Скобеевой или там Соловьева, в качестве курьеза приводит. Вот, поэтому я не знаю, кто из них более эффективен и эффективны ли они вообще. Ну, наверное, эффективны. Потому что иначе бы этого не было. Я думаю, идут замеры, изучение аудитории, всякие фокус-группы создаются и прочее, прочее. Все это глубоко изучается и там наверху. Я думаю, что это не импровизация, там вообще нет импровизации. А выбор, потому что вот, ну, фамилии журналистов, российских журналистов, на которых в том числе журналисты моего поколения там брали пример в российской журналистике, да, там, не знаю, от Митковой, Сорокиной там и там до условного Киселева. И здесь понимаешь, что там Евгений Киселев на одной стороне, Дмитрий Киселев, который тоже слыл либералом, на другой стороне. Миткова вообще молчит, хотя, казалось, тоже была вот именно из тех людей, которые ассоциировались. Но насколько я знаю, Миткова руководитель службы новостей НТВ, правда? Да. Ну, но да. Вот она и не молчит, говорит, все там, новости НТВ, это и есть Миткова. У нас был вечер журнала «Столица» в Доме художников. Мы проводили такие вещи куда, ну, для своих читателей, вот всегда набивалось очень много народу. И на один из этих вечеров я пригласил Миткову и Дмитрия Киселева. Вот слева от меня сидел Миткова, справа Дмитрий Киселев. Ну, уж такие были демократы, уж такие были свободолюбивые, невероятные просто люди. Ну, это при Ельцине, конечно. Вот, и поэтому мне, потом мы с ними там еще выпили там, поговорили, пообсуждали. Несколько раз мы их приглашали в том или ином виде выступить на странице журналов как автор. Я был просто потрясен тем, что произошло с этими людьми, потому что я их знал прежних, молодых, прежних. И то, что произошло с ними сейчас, знаете, вот сейчас Корчевникова упомянула, Ксения, у вас. Когда мы переехали в Италию с семьей, ну, это было там почти 15 лет назад, Корчевников обманом проник в мой дом с оператором. И выглядело это следующим образом. Он тогда работал на НТВ. Он позвонил мне и честно сказал, хотя я принял меры сразу же, как переехал, чтобы мой телефон не светился нигде в телефонных книгах, потому что на Западе люди ищут в основном с помощью телефонных книг. Ну, нигде я, ни в интернете, нигде не должен был. Ну, тем не менее, он набрал мой номер и сказал, что вот я приехал специально, чтобы взять у вас интервью по поводу патриарха. Потому что тогда была вот эта история, по-моему, с часами патриарха, там, с чем-то еще. Вот несколько компромантных таких историй. А он как раз уверовал очень сильно. И вот он, значит, очень вежливо попросил меня высказать свое мнение. Потому что оно уже было высказано в живом журнале. И оно высказано в живом журнале, поэтому нет, никаких интервью не будет. Тем более для канала НТВ. Это просто исключено. Вот. Ну, нет, так нет, сказал он. Потом... Я после обеда сплю, обычно так, по-итальянски. Вот я лег спать, он позвонил в дверь, открыла ему моя жена, и он ей сказал, а он был с оператором, и он ей сказал, я договорился с Андреем о встрече, об интервью. Она говорит, проходите, конечно. И я проснувшись, услышал какую-то суету внизу, спустился. Вижу, значит, что оператор, под мышкой у него камера. Он снимает мой дом, ходит. И самое главное, снимает моего ребенка. Что он собирается этим делать? Это маленького. Вот. Как он распорядится своими кадрами? Конечно, я их выгнал. Отправился в полицию. Оставил заявление. И
ему написал через живой журнал, всегда был очень популярен. Вообще живой журнал был популярен, ну, у меня было тоже много читателей. Я написал: Боря, если хотя бы один кадр появится из того, что ты тут снимал подпольные свои подмышки, ты больше в Евросоюз не въедешь. Просто тебя арестуют. Будет возбуждено уголовное дело, тебя будут ждать. А я сказал это потому, что мне там карабинеры объяснили, полистав уголовный, значит, свой кодекс, что, конечно, он нарушил закон. Он вторгся в частную собственность. Доказать это невозможно, потому что есть факт телефонного звонка, о чем вы говорили, никто не знает. И, может, вы действительно договорились. Но показывать этого он не может без вашего согласия. Тем более ребенка. Вот не может. А я написал: я не даю согласия. И тогда они были готовы возбудить уголовное дело, если бы это было в эфире. Хотя бы секунду. Вот. И, ну, я не знаю, зачем я это рассказал, но просто потому, что эта фамилия всплывала сейчас у вас. Вот такого рода подлые люди ведь когда-то были другими. Когда-то они были другими. Очень многие. Вот сейчас там некоторых актеров театра «Современник» вспоминали. Я вообще очень хорошо знаю этот театр, дружил с ними. И даже мои самые близкие друзья из театра «Современник», двое, я не буду называть фамилии, они сейчас яростные сторонники Путина. Почему? Всегда были нормальными людьми. Значит, все-таки это телевизионное облучение, это вот это нейролингвистическое программирование работает. Значит, эти институты, которые разрабатывают эти способы воздействия, значит, они работают не зря. Я просто сужу по своим ближайшим знакомым. Затронуло не всех, конечно. Я знаю, что там же и в театре произошел, так сказать, раскол на этой теме. Хиджакова тоже там служит. Поэтому великая сила телевидения дала Путину уверенность в себе, которой у него не было. Он был довольно не уверен в себе, с комплексами, с большими и так далее. А тут он, пожалуйста, дно морское опускается, достает амфору. Он летит в истребители, чуть ли не в Чечню куда-то. Вот, там за какими-то стерхами, там он на лошади скачет с голым торсом, который немножко обработан, значит, всякими программами, чтобы этот торс был получше, как бы выглядел и так далее. И все это его убедило, что телевидение, пропаганда могут все. И вот этот его новояз, который мы сейчас всюду слышим, который, ну, чудовищный, ну, это абсолютный Орвел, когда там, ну, я не знаю, там вот эти все бандеровцы, там фашисты, вместо завоеванное, он говорит, освобожденное. Про Запорожскую атомную электростанцию он сказал, что не он сказал, а пропаганда сказала, что она перешла в собственность Российской Федерации. Как это перешла в собственность? Ну, тебя угнали машину, значит, что перешла в собственность? Вот. Нет. Не перешла по закону. Она украдена. Вот, вот этот весь новояз, он создает некую картину. Ему кажется, что эта картина реалистичная, что словами можно вылепить действительность, эта действительность будет абсолютно совпадать с тем, что на самом деле есть. И вот он живет в этом информационном пузыре, считает, что распространил его на весь народ и вообще на весь земной шар, потому что там многое адресуется и иностранцам в этой пропаганде. Но вот это его как раз сейчас и погубит. Это и есть та самая игла Кощеева, которая вот его привело, привела уже к закономерному финалу. А на ваш взгляд, окружение Владимира Путина, вот если вспомнить вот эти все выступления и лица людей, которые сидят и на все это смотрят, они же, я понимаю, что это очень субъективно, но они не выражают какого-то особого энтузиазма. Дерипаска вообще всегда грустный с 24 февраля. Ну и остальные, там, Медведев спит, не знаю, там даже Патрушев. Кто там был не грустный? Вот на этом последнем уже, последней аннексии. Сравните аннексию Крыма и эту. Понимаете? Та была подготовлена пропагандой заранее. Это продолжалось годами и даже десятилетиями. Когда
Лужков там микрорайоны строил за счет Севастополя там, и так далее. Вот. Это очень долго длилось, очень долго подпитывалось, и это все-таки имело какие-то основания, которые можно было интерпретировать, не прибегая ко лжи. Но в данном-то случае, с какой стати Херсон, Запорожье стали российскими? Это, и люди прекрасно понимают, что вот те, кто сидели в зале, что мы на пороге огромных экономических страшных трудностей, провала, а это еще ускорит падение. Они все понимали это. И самое главное, они были в уверенности, что они уже не спрыгнут. Что уже все, кто могли спрыгнуть, уже это сделали. А они уже все. Они в списках санкций. Из санкций очень трудно выбраться. Даже когда все закончится, Владимир Владимирович не будет, будет какое-то хорошее правительство. Вот такой отмены санкций не будет моментального. Не будет. Они могут на это не надеяться. Поправка Джексона-Веника, которая была принята американским конгрессом в связи с тем, что Советский Союз не выпускал евреев. Уже когда Советский Союз выпустил евреев, уже когда Советского Союза не стало, еще много лет работало. И эти ограничения на поставку высокотехнологичной продукции, все другие, они работали очень долго. Это с большим трудом уже Ельцин, по-моему, снимал эту поправку в конце своего срока. А может, даже и Путин уже. Вот поэтому санкции вводятся, конечно, особенно европейские, с большим трудом и скрипом. Но еще сложнее будет, конечно, потом этим людям выбраться из-под этих санкций. Особенно американских. Европейские там есть процедура. Но в США даже такой процедуры нет. Это нужно обсудить во всех комитетах Конгресса, в каждой палате Конгресса. Там, ну, это годами будет длиться. Поэтому эти люди понимали, что они в отчаянном положении. Что он тянет их, что вот он тянет их в пропасть. Сам-то он что? Он, ну, всем было ясно, что это уже, ну, какая-то уже последняя стадия, вот эта агония вот этой его, ну, ментальной, не знаю, психической болезни. Но они-то люди здоровые, они-то карьеристы, они любят деньги, они любят Запад. Они всю свою жизнь строили, кстати, и советские руководители многие тоже это делали, на то, что если уж не они, так, по крайней мере, их дети и внуки все-таки будут там жить. На Западе, а не в этой вот России. А почему, на ваш взгляд, они все превратились в такого коллективного поскребышева? То есть почему они не противостояли одному фактически человеку, который решил, в общем, всех макнуть в этот ад, который они, знаете, не хотели? Я предполагаю, что были люди, которые пытались противостоять и что-то сказать. После этого эти люди отправлялись куда-то, так сказать, или слетали с их должностей, как минимум, или некоторые из них там даже и в тюрьмах оказались. Вот. И это первое. Второе. Путин помешан на своей безопасности, вы знаете. Помешан. Все вот эти термосы, мы их заметили сразу же, с первого года его пребывания у власти. Знаете, мне вот приходилось с Борисом Николаевичем Ельциным выпивать, с большой компанией главных редакторов. И как-то Борис Николаевич наливал из общей бутылки. Вот. Нет. Владимир Владимирович с первых дней опасался, что его отравят. Во-первых, он опасался, что его травят, потому что он сам травит людей. Вот. И, во-вторых, невозможно подступиться как бы ни с какой стороны. Поэтому вот эти все мысли о том, что надо произвести переворот или прийти там, к нему вдесятером и объяснить ему, что он не прав, они сразу отметались, потому что это невозможно. Это технически невозможно. Никак. Шифруется все время. Никогда не... И эти опоздания ведь не только из-за того, что он так себя любит. Но это тоже это способ явиться тогда, когда тебя не ждут с бомбой. А в другое время. И с другого входа. И в другой машине приехать. И так далее. То есть он ужасно боится за свою жизнь. И чем дальше, тем больше. Поэтому все эти люди, ну что они могут? Ничего. Ну, а то, что он боится, это не является таким, ну,
надеждой на то, что он там не нажмет на красную кнопку, не устроит ядерную войну. Потому что он-то сам жить хочет. Может быть, человеческая жизнь ему как такова не является для него ценностью, но его-то жизнь тоже может быть в опасности. Ну, вы знаете, американцы уже объяснили. И мне кажется, что и англичане объяснили на высшем уровне, что нажатие на красную кнопку Путина, это, конечно, ужасно, но это не приведет к ядерной войне. Будет ответ. Но этот ответ будет все-таки включать очень хороший, мощный удар конвенциональным оружием. Вот там один из там, генералов сказал, что будет потоплен Черноморский флот в тот же миг. Вместе с городом Севастополем, базой этого флота. Кто-то сказал о том, что мы немедленно запустим ракеты по всем российским позициям, которые находятся на территории Украины. Ну, и разные варианты. Потому что речь идет только о том, что он применит вот это маленькое ядерное оружие, а не запустит в Америку огромные стратегические ракеты. Нет. Это даже никто и не рассматривает этот вопрос. Тем более, что вы же знаете, что американцы следят за каждой пусковой установкой, за каждой ракетой. По условиям договора между Россией и о разоружении ядерного. И Америка, все-таки американцы посетили каждую ракету и ее обслуживали даже какое-то время, чтобы она случайно там не взлетела. Они знают все про ядерный потенциал стратегический России. И тут любое шевеление немедленно будет доложено наверх, и будут приняты меры. Поэтому я думаю, что этого не будет точно. Но на мелком театре военных действий там, пустить какую-то специальную торпеду с ядерной боеголовкой, чтобы поднялась волна, которая затопит Одессу, допустим. Ну, вот такое что-то он может сделать, такую пакость. Но тут сразу будет ответ. И я не знаю, вот даже говорят, что ему Байден сказал, что он лично пострадает. Я не знаю, не могу это гарантировать, но такое мнение тоже есть. Что просто вот его ликвидируют. Я бы, честно говоря, его ликвидировал уже сейчас, не дожидаясь вот этого всего, потому что, в общем, всякие красные линии, про которые он рассказывает, он сам давно перешел. Все, он уже сколько можно. Вот еще вопрос от наших зрителей. А как вы оцениваете активность Илона Маска в социальных сетях? И вот те посты, которые он опубликовал. Но он сегодня переключился на Тайвань, но тем не менее, как раз, да. Такой миротворец Маск. Ну, вы знаете, Маск метит, насколько я знаю, на следующие президентские выборы. И он об этом говорил, не знаю, насколько публично, но говорил. Вот. И как бы считается, что вот он разочарован в двухпартийной системе США и вот, значит, хочет, значит, пойти на выборы. Но он не первый, кстати говоря, такой разочарованный. И очень часто, практически на всех американских выборах, еще есть некто, кто говорит, я третья сила, плевать на этих демократов и республиканцев. Маск, конечно, симпатизирует республиканцам, но если он пойдет на выборы, то он пойдет как самостоятельная фигура, угрохает несколько своих миллиардов на эту кампанию, и, конечно, ничего не получится. Я думаю, все эти заявления делаются вот с прицелом на политическую карьеру какую-либо, а меньше чем президентом быть он не согласен. Вот. И я думаю, что он показывает, что он в курсе мировых проблем, курс мировых проблем, он думает о них, о мировых проблемах, и предлагает решения. Ну, то, что они дурацкие, эти решения простой американец ведь не сообразит. Это мы с вами знаем, что они дурацкие. Поэтому я думаю, это просто в рамках вот такого как бы подготовки некого пути в политике своего. Мало ему бизнеса, мало ему твиттера, который, наверное, все-таки купит. Вот. Ему нужна политика. Но он подыгрывает сейчас Владимиру Путину? То есть стал ли он, условно говоря, полезным идиотом для Кремля? Нет. Когда ему там написали 5000 комментариев, что он полезный идиот Путина, он ответил, что я так симпатизирую Украине. Я поставил им Starlink. Все войска Украины только на Starlink работают. Я потратил на это 80 миллионов долларов. Поэтому я поддерживаю в этой войне Украину. Он это написал, расставил точки над «и». Ну что ж, спасибо вам, что нашли время и вышли в наш эфир. Надеюсь, что будет еще возможность с вами поговорить. Благодарим вас за это интервью.
Спасибо и всего доброго. До свидания. Мы продолжаем наш стрим. Пишите, звоните, комментируйте, участвуйте. Переходим уже к нашей интерактивной части, поэтому присоединяйтесь. Сразу всех призову подписываться на наш телеграм-канал. Телеграм-канал и грянул Грэм. Ссылка закреплена сверху. Попрошу режиссера еще просто сбросить ссылку в наш чат. Если не подписались, подпишитесь. И вот тут еще как раз пишут наши зрители по поводу... А, ну тут по Нобелевской неделе, да, и вот как раз в Норвегии сегодня вручили Нобелевскую премию мира. Давайте я вам расскажу. Там тоже уже как раз активно это все обсуждается. Вот у нас в Телеграме можно почитать и, соответственно, вот ознакомиться, кто конкретно получил Нобелевскую премию мира сегодня. И да, вот как раз Нобелевскую премию мира присудили белорусскому правозащитнику Олесю Беляцкому, российской правозащитной организации «Мемориал» и Украинскому центру гражданских свобод. Три организации получили в этом году Нобелевскую премию мира. У нас есть звонок, давайте его примем. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы? Здравствуйте, это Юлия из Новосибирска. Я хотела поздравить Олеся Беляцкого, наш мемориал и Украинский центр защиты прав человека, потому что этого в наших странах как раз-таки не хватает. И мы должны понять, что это самое главное. Права человека, достоинство, справедливость. Нужно поднимать все преступления, которые были раньше, которые есть сейчас, и это озвучивать. Ну, и то есть я очень рада, что норвежский комитет так выбрал Нобелевский. Вот. Это что я хотела сказать. По поводу Маска. Я, наверное, не очень уверена в том, что он сам это писал. Но откуда Маск знает про Донбасс, Крым и еще какую-то, ну, вот эту вот ерунду, чисто пропагандонски написанные статьи, понимаете? Поэтому мне кажется, либо кто-то там внедрен в его команду, ему помог это написать, либо что-то еще. Никакой атомной бомбы он не боится. Я думаю, что до США она вообще никогда не долетит. Тем более наша российская, которая, как и все оружие, снесено на нет. Ну, как и наша армия, впрочем-то. Всем спасибо. Победу Украине, нам свободы и Беларуси тоже. И всем политзаключенным. Да, спасибо, Юлия. Ну вот, кстати, пишут, что по данным источников, близких к правительству Российской Федерации в Кремле, сочли неуместным праздновать эту дату широко в нынешней ситуации. Об этом пишет Евроньюз. Напомним, что ранее патриарх московский всея Руси Кирилл благословил духовенство и верующих вознести молитвы за здравие президента Владимира Путина. А это то, что вот на данный момент тоже известно. И, кстати, еще про Нобелевку давайте расскажу. В норвежском Нобелевском комитете заявили, что премия мира не имеет отношения к президенту России, пишет телеграм-канал Пивоваров. Редакция. Так, представительница комитета Берит Рейс Андерсон ответила на вопрос, не является ли сегодняшняя премия мира своеобразным подарком, посланием Владимиру Путину, который 7 октября отмечает 70-летие. По ее словам, единственная связь заключается в том, что награжденные правозащитники противостоят авторитарным режимам. Отвечая на вопрос о том, не может ли премия еще больше ухудшить положение награжденных правозащитников, Рейс Андерсон сообщила, что Нобелевский комитет в первую очередь учитывает этот фактор при принятии решений. И в данном случае, по ее словам, премия наоборот может помочь, например, белорусский правозащитник Олесь Беляцкий, ставший лауреатом премии, уже находится в заключении в тяжелых условиях. Ну вот, такие данные, такая информация. Пишите, комментируйте, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, там вся информация обновляется оперативно, поэтому вы можете тоже читать, если подпишетесь прямо сейчас, поставьте плюсик, сразу увидим новых подписчиков. Ну и, конечно, поддерживайте канал донатами, значок доллар внизу под чатом, ну и ссылка на PayPal есть в описании, ждем вас там, в общем, присоединяйтесь к нам еще и на этой платформе. Будем вам рады. Давайте сегодня дойдем до 26 200 подписчиков, ну и будем двигаться к 27 тысячам. Это важно, это помогает, это развивает нашу платформу. В общем, будем с вами в том числе и там встречаться, и рассуждать, обсуждать, делиться своими мнениями. Ну и, конечно, мы будем вас информировать о том, что происходит. Я думаю, что мы не будем сегодня затягивать интерактивную часть. Сейчас у нас 957 лайков. Давайте дойдем до 1000. Ну, а я попрошу режиссера написать старт. И мы узнаем, какие
какие сегодня города и страны с нами на связи, потому что в 9 часов у нас еще подкаст с Артуром Григорьевым. В общем, думаю, что, конечно, в общем, вы туда сможете прийти и, соответственно, тоже поучаствовать в прямом эфире, пообсуждать, порассуждать. Так что заходите и участвуйте, повторю, в 9 часов подкаст «Грэмкаст» с Артуром Григорьевым. Ну, а мы переходим к перекличке, и вот еще пишет Грэм, это про кремлевская станция, написал Анатолий. Мы не станция, если честно, Анатолий. Не знаю, почему станция, кстати. Можете расшифровать, Анатолий, раз уже вы решили так употребить такие выражения, поясните, почему мы про кремлевская станция и какая мы станция. Юля из Новисад, Рима из Вильнюса, Минск, Черкассы, Новороссийск, Екатеринбург, Рига, Зеленоград, Махачкала, Бостон, США, Москва, Барнаул, США, Самара, Ярославль, Резекне, Латгалия, Иван, это в Латвии, Каир, Воронежская область, Набережные Челны, Иркутск, Полоцк, еще у нас Беларусь, Минск, Ставрополь, Израиль также с нами, Санкт-Петербург, Дойчланд, ну, то есть Германия, Москва шлет привет, пишет Галина. давайте еще завершим опрос. У нас Марупе, это в Латвии. Добрый вечер всем, Римочки, Литве, Лабас Вакарас. Юлечки, спасибо за звонок. Вот такой комментарий. У нас также Рига, Сидней, Австралия, Краснодар, Бельгия. Еще у нас Антанариву, Урезекне, Латгалия, шутка Орландо, написал Иван, Купчино, Минск, Санкт-Петербург, Тимбукту, Санкт-Петербург, Изюм, Псков, Милуоки, Нью-Йорк, Юнайтед Киндом, ну, то есть Великобритания, Игорс нас смотрит там, Москва приветствует, Беловежа, Москва, ну и так далее. Ну что, я думаю, что на этом мы сегодня завершим наш эфир. Жаль, не ответил про кремлевскую станцию наш зритель. Ну, может быть, напишет. Кстати, вот про опрос. Чего боится Илон Маск? Ничего, он просто троллит. 39%, ядерной войны 39%, не знаю, 14%, и Владимира Путина 6%. Опрос завершен, получено более 1800 голосов сегодня. Поздравьте, пожалуйста, моего племянника Марата, ему сегодня 14 лет, поздравляем Марата с 14-летием. Вы помните свое 14-летие, нет? Я помню свое 11-летие, вот очень хорошо. Марата поздравим, хотя, конечно, мы не принимаем заявки на поздравления, но почему бы, собственно, не сделать приятно племяннику нашей зрительницы или нашего зрителя, не знаю точно. Еще спасибо Вадиму, белорусских верующих забрали Красный Костел, совсем дурел наш деспот, пишет Беловежа. Еще пишут Лондон, Санкт-Петербург. Еще я помню 5-летний свой юбилей, пишет Марат. Надо сделать будет какой-то ночной ГРЭМ. Какие ваши первые детские воспоминания? У меня предположение, что где-то в 3,5 года я помню какие-то фрагменты. Но может и нет. Потому что точно не могу зафиксировать вот первые воспоминания. Хорошо помню 6 лет, но это уже, правда, уже довольно взрослый парень, потому что Челленджер разбился. И это я помню, как мы смотрели телевизор, и по телевизору показывали, как Челленджер. Ну, конечно, помню Чернобыль еще, у меня отец был тоже в Чернобыле. Но вот 3,5 такие очень... я помню, как мой брат родился, он меня младше на 3,5 года. Вот что-то такое, вот я помню, что там принесли его, кажется. Да, ну ладно, это, мне кажется, тема для другого эфира, может быть, для ночного Грэма, поговорим о детских воспоминаниях. Ну что, спасибо всем, кто сегодня был с нами, подписывайтесь на Грэм, поддерживайте нас донатами, подписывайтесь на нас на всех платформах, в том числе в Инстаграме, который ведет Денис Ковалев, он сейчас тоже здесь, можете поддержать Дениса, подписаться на Инстаграм, ссылку ребята скинут в наш эфир. 1000 лайков у нас, думаю, что на этом мы сегодня завершим нашу работу, но ненадолго, потому что в 9 часов Грэмкаст с Артуром Григорьевым тоже в прямом эфире. Спасибо, всего доброго и до свидания.